Здравствуйте, ребят, с вами Сергей. И вот, как и обещал я, что было сделано с машиной. На машину был установлен, изготовлен силовой бампер, получается, с Нивы, про который я вам в предыдущем видео уже рассказывал. Вот, был сделан экспедиционный багажник, лестницы и пороги. Давайте вот сейчас посмотрим так вот сдалека, как все это смотрится. Мне, конечно, нравится очень. Я посмотрел там по размеру. Кто-то сказал, что это высокий очень багажник. В нем высота 18 сантиметров. Но, не знаю, мне очень нравится. В принципе, под мои цели ездить весной на охоту, ложить в багажник, допустим, там волокушу с объемными гусями, с чучелами, потом с кротки ложить, весь такой шмурдяк ложить в багажник, чтобы, потому что машинка маленькая, чтобы в салоне хоть как-то место было. Если даже положить два комплекта гусей спортпласта в салон, расправленных, то уже в салоне сзади места уже, можно сказать, не будет, они огромные. 24 гуся, там у них уже объем большой. Плюс надо еще скрадок засунуть. А если он еще с травой, в волокушу, чтобы это все дотаскивать до места охоты. Поэтому, не знаю, я вот сделал такой багажник классный. Мне нравится. Вот сейчас поближе подойдем, покажу, что сделано было. Вот смотрите. Начнем с самого начала. Были сделаны пороги. Пороги тоже были сделаны с квадратного профиля. Вот так вот. Пороги здесь закругленные, сделаны. По ширине, по выступу колес. Вот смотрите, сейчас я сделаю вот так вот, смотрите, видите? Там они, можно сказать, вровень сделаны с резиной. Порожки. Для чего это сделано? Если, допустим, из колеи, я еду в колее, выскакивает какое-то бревно или еще там что-то, она бьется в порог и уходит. Опять, если, допустим, почему сделана была такая ширина порогов, для того, что если у меня колеса широкие, и если я буду по колее ехать, а пороги будут выступать сильнее, то я могу просто повиснуть на порогах. Как все это было сделано? Смотрите. Здесь вот было вградные места, вот, вложенные, это как усилители. Вот они. Вот он, усилитель, получается. Он пустотелый, буквы П. В него были вложены вот эти же квадратные профиль. И сзади то же самое. И прикручен через салон. Вот здесь то же самое. И прикручен через салон. Вот. Гайки. Дальше. Пороги вот были сделаны, покрашены. Пошли лестницы. Лестницы я сделал крепление вот так вот, чтобы они быстро снимались. Снизу получается болт вваренный в саму лестницу. Гайку откручиваешь и вытаскиваешь. Вот она лестница. Лестница где-то на 5 сантиметров. Вот она. Видите, как от кузова. Сейчас так вот зайду. Вот. На 5 сантиметров она где-то от кузова отходит. Вот она пошла, лестница. Вот. И приходит в багажник. В багажнике она здесь. Вот. Тоже сделана косыночка и резьба. Здесь сделана сверху в болт. Сейчас вот вам покажу. Вот он. Сверху. Все это откручивается, быстро снимается. Ой, крыша самодельная. Как сделать было крепление? Водостоков на ней нету. Пришлось сделать крепление сзади в усилителе. На сквозняк делать. Вот так вот. Потом посередине получается вот здесь вот крыша. Вот она за лестницей. И под родные брезентовые отверстия, где вот болт был, вот, пришлось сделать сюда. Что еще было сделано? Значит, багажник был весь затянутый сеткой. Сетка такая армирующая получается, как там в строительных магазинах, проваренная вся, жесткая. Вот. И каждое соприкосновение, где было с металлом, с той стороны было все проварено. С этой стороны было сделано резьба сквозная под хайджек. Вот она. Короче, можно хайджек вешать снаружи, если хочешь. Можешь изнутри его вешать. Конфигурация какая была? Спереди вот отверстие под 4 противотуманки. Вот. Или можно потом их срезать, перемычки, поставить балку световую. Но чтобы пока что у меня есть противотуманки, пока поставлю противотуманки.
потому что балка световая дорого стоит, диодная. Сзади сделано было подобие этого же, разделено на 4 ровных части. Вот, по сторонам не затянуто сеткой, потому что будет стоять у нас здесь стоп-сигналы с УАЗика, такие квадратные, красные. Они уже куплены, их надо устанавливать. Посередине сетку затянули. Все это тоже приваривалось, все соприкосновение. С этой стороны у УАЗика то же самое сделанное. Лестница, порог. Также уходит все в багажник. Сейчас я вам покажу по багажнику, как тут все сделано. Вот, смотрите. Вот я вам сейчас просто покажу. Каждый пруток, который соприкасается с металлом, вот он, все приварено. Короче, конструкция, я на нем плясал, на этом багажнике. Багажник классный, размер. Сделано такое крепление под хайджек. Здесь можно просто рукой откручивать, закручивать. Можно, если что, там отвертку засунуть, затянуть со всей силы, к примеру. С той стороны у меня то же самое, также сделано крепление. Можно на ту сторону хайджек, на эту сторону хайджек. Лопату можно от крепления сделать. Крепление еще я не прикручивал под лопату. Вот получилось, в принципе, вот так вот. Блин, багажник классный, получился жесткий. Я на нем ходил спокойно, во мне 61 килограмм. Я тут на нем плясал, прыгал. И вот я по лестнице забираюсь. Вот, смотрите, без всяких проблем. Все стоит крепко прям. Хорошо, прям вообще классно, мне очень прям понравилось, и вид машины сразу стал иметь хороший, потому что вот я смотрю на некоторых машинах, допустим, стоят такие же багажники, но колеса родные, узкие, у него вообще вида нет, или просто багажник без лестницы. Здесь вот это все дополняет его, вот этот широкие зеркала, выступающие с Хантера, широкие диски, вот эти пороги, лестницы. Не знаю, машина прям вообще смотрится прям такие дерзко, бомбически. Не знаю, мне очень нравится машинка эта. Вот уже начинает вид приобретать. И получается, вот сейчас надо будет весной мне покрасить машину с крышей самой и сделать дисковые тормоза. Я уже в предыдущем видео вам показывал, что пластины мне пришли. Мне, в принципе, осталось только купить эти сами дисковые тормоза. Блины сами осталось купить, тормозные. И можно уже будет ставить. Так что вот такая вот машинка получилась. Подписывайтесь, не переключайтесь. С вами был Сергей. Всем бай, до скорых встреч.